Эту неделю мы полностью посвятили подготовке к этому матчу. Единственное, что тяжело воссоздать пространство, потому что все равно, когда человек бежит у стены, вот сегодня такие два стыка было тяжелых, которые прямо в стену люди влетали, да, и у соперника, и у нас это проблема этого зала. И точно так же ты это не смоделируешь в подготовке, потому что стена рядом и невозможно смоделировать. Вот. А так, в принципе, готовились, упрощали игру где-то. Ну, полностью быть готовыми к развитию событий в этом зале нельзя. Нужно сохранять концентрацию, когда уже выходишь на поле, и моделировать по ходу пьесы. Из того, что планировали, в принципе, ну, если можно вообще назвать содержание в этом зале, какое может быть, то, наверное, мы исключили все глупости, все лишнее. Да, там пропустили гол, который по своей структуре мы разбирали, что может быть в подобных случаях. Но, по большому счету, играли как планировали. Но насколько это можно назвать вообще футзалом и качественной игрой? В этом зале, в том-то и дело, меньше требований, больше борьбы. Самое главное, что он играл точно так же на равных со всеми, как мужик, сражался, мог и забить, и на передней линии несколько фрагментов в прессинге отобрал мячей, где мог сам реализовывать, помогал, отдавал передачи, поэтому я доволен им. И, ну, в этом зале только бойцовские качества и такая уверенность в себе вырабатывается. И что немаловажно, в его возрасте выработка концентрации внимания. Поэтому я думаю, что он на пользу пошел этот матч. Ну, скажу, игра такая интересная была. Скажу, команда сильнее. Я знаю, что она сильнее. Но мы старались дать бой этой игре. Ну, немножко не повезло нам. Им больше повезло. Молодые очень здорово сыграли. Провалили, правда, первый тайм. Концовку первого тайма, когда залетели три гола. Забей хотя бы, вот по-другому игра пошла. Ну, что же делать? Сильнейший побеждает. Не, ну, я встречался с председателем концерна Михаилом Михайловичем. Вот, и он пообещал, что поможет команде. Самое главное это. А так, что пока денег нет.